Может, это... О! Хорошо получилось. Так, я скажу тост, а сейчас. Козлов ко мне присоединится, потому что так вот. Короче, я на самом деле давно хотела сказать тост. Дело в том, друзья мои, что мы тут очень трогательны, поэтому выслушайте его до конца, пожалуйста. Я тост готовилась практически, еще скажу, уже больше полгода. Да. Я хочу сказать это дело. Я хочу сказать, что я кто ко мне присоединится, что я предлагаю сейчас. Короче, дело в том, что долгое время, года назад, я переживала за будущее нашего сахнуга. Я за него очень переживала. Я просто плакала по ночам, думала, что что же будет, когда он кто-нибудь приедет. Теперь я за него абсолютно не переживаю. И мы с Антоном Козловым хотим выпить за новую поросль. И, короче, за вас, мужики, и вам. Спасибо. Спасибо. Шалом, шалом. Катя! Что ты такое? Я тебе видел, я специально с вами сказать. Вот это вот гостиница. Сними гостиницу. Вот это. Гостиница, просто без названия.
Гостиница без названия. Вот было вчера место нашего происшествия. И мы вчера оборонялись. Так, засохнут, все засохнут. Все засохнут, да. Сохнут должен нам сделать. Соня, Соня, сохнут нам должен сделать. Мы заступали сохнут поездку, поездку бесплатную. Куда? Куда? Я видишь, интервью даю. У меня интервью. Вот здесь вот, да, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. У Завьялова здесь, вот там, сям, там у всех так вот по чуть-чуть, там что-то вот мы насобирали. Покажи глаз свой главный. А глаз вот мой вот так вот открывает. Вау! Ну и все, выключаем. Окей. Эй, не снимай. Поехали, красавцы! Красавцы! Поехали! Поехали, все, поехали. Так надо ребят посетить. Там полно мест всего. Найди гостиницу, где нет свадьбы. Там будет плохо. Едьте, там уже соревнования начались. У клуб. Соревнования? Почем? Едем, как бы, это неудобно. Мы только сначала заедем, позавтракаем на вокзал. Давайте, москвичи. Мы идем.